Будьте любезны, находите по 50, пожалуйста, всем. Все налейте. Сейчас будет тост, от которого вы не сможете отказаться. Это тост за гимн, не случившийся гимн большой, огромной страны. Песня называется «40-градусный блюз». Вроде звери на ловца, но одним без надега, но другим без лица. Нет конца наших усилий, кто здесь в роли отца? Море терпенья, не горят со стыда, а ты все ждешь воскресенья. Зачем ты его ждешь, такая среда? А как же захотели, как лучше, вышло все как всегда. Морозы, нам всем станет теплее, 40-градусный блюз. Сергей! Дорогие люди, спасибо огромное. Мне кажется, мы обзавели здесь представителями Арабских Эмиратов. Всем нравится блюзовая музыка группы «Оптимальный вариант». Да здравствуют Арабские Эмираты, которые в Чечне проходят правильную подготовку, бреют голову на лысо и нормально себя чувствуют, потом поступают в Государственную Думу. У них большое будущее, но у нас там блат, в Государственной Думе блат. Мне пока еще не достигли. Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня. Мы еще не собираемся заканчивать. Еще часа 4 будет продолжаться концерт. Вы можете двигать собой в полный рост. Я хотел представить участников нашего безобразия. Это басовая струна, которая сегодня порвалась у нашего бас-гитариста Александра Левчинского. Лишение девственности прилюдно. На клавишах играет Вита Никин. На барабанах чудесный человек по имени Влад Зайчиков. На гитаре у нас вообще раньше никто не играл. А сейчас играет Сергей. Сергей играет на гитаре.
«Конец света», лидер нашей группы. И практически ко-создатель группы «Оптимальный вариант» Олег Челап. Покури на распутье, а вот и новый отец. Но к звездам на парашюте может статься звездец. Только что нам Европа с Америкой, здесь на зверя ловец. Не пытайся понять и любить без ответа. 40-градусный блюз. Нет конца у наших усилий. 40-градусный блюз. Спасибо.